Приветствую вас на канале. В этом видеообзоре рассмотрим токен Брискоин, использование которого может повысить ваш образ жизни. Брискоин зарождался как криптовалюта, связанная с физическими активами, а именно с активами недвижимости. Со временем он начал расширять свое использование как токен, призванный помочь уникальным способом расширять свой образ жизни. Основной целью Брискоин было объединение технологии криптовалюты, на основе технологии блокчейн с инвестициями в недвижимость. Поэтому Брискоин стал важным токеном в туристическом секторе. Первая цель токена Брискоин заключалась в использовании его для платежей, которые связаны с туристическими и оздоровительными услугами и продуктами. При этом пользователи могут получать специальные скидки. Брискоин разработан как решение для платежей и денежных переводов для различных компаний туристического сектора. Бризкоин ⁇ это токен, связанный с образом жизни, поэтому Бризкоин может помочь вам улучшать ваш образ жизни уникальными способами. Бризкоин будет использоваться при помощи мобильного приложения BeLife, которое будет доступно для мобильных устройств на базе Android и iOS. Приложение BeLife связано с криптовалютой и позволяет контролировать ваши шаги и сон и различные функции, связанные со здоровьем. Приложение BeLife является кошельком и позволит вам совершать безопасные и быстрые транзакции токена BRZE по всему миру, независимо от вашего месторасположения. Брискоин находит различные способы, которые позволят людям выгодно использовать токен в реальной жизни. Одна из целей Брискоин – находить новые способы использования криптовалюты в повседневной жизни. Токен BRZE получил листинг на нескольких криптовалютных биржах. Любой желающий может приобрести на этих биржах токен BRZE и использовать его для получения различных продуктов и услуг, которые сделают вашу жизнь лучше. Токен BRZE показал большой потенциал на будущее, еще больше возможностей его использования предстоит реализовать. Токен Брискоин полностью децентрализован, защищен криптографией, прозрачен и глобален в использовании. В отличие от обычных активов, можно осуществлять передачу токенов Брискоин быстрым и дешевым способом. Для передачи токенов Брискоин не требуется участие посредников. Токены Брискоин можно использовать как средство обмена. Токен Брискоин основан на стандарте ERC-20 блокчейна Ethereum. Использовать все преимущества блокчейна Ethereum. Бризкоин – это ценный актив блокчейна, который можно отправлять и получать, так же как и другую любую криптовалюту. Токен Бризкоин можно хранить и использовать во всех кошельках, совместимых со стандартом ERC-20 блокчейна Ethereum. Любой человек, имеющий кошелек Ethereum, может использовать и хранить токен Бризкоин. Начиная с 5 февраля 2021 года было изменено распределение токенов Брискоин, количество токенов в резервном кошельке уменьшилось до 20 миллионов токенов, в результате на рынке осталось 20 миллионов токенов Брискоин. Это был краткий обзор проекта Брискоин, более подробную информацию вы можете получить на сайте, а также из других официальных источников, ссылочки на которые я оставлю под описанием видео. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.